17 пострадавших. Народ в ужасе от теракта в Германии. 7 октября в городе Лимбург ан дер Ланн федеральной земли Гессен в центральной части Германии грузовик на полном ходу протаранил легковые автомобили. Согласно последним данным, в результате ЧП пострадали по меньшей мере 17 человек. СМИ сообщают о том, что власти расценивают произошедшее как теракт. Стали известны обстоятельства теракта в городе Лимбург ан дер Ланн. Грузовик, который протаранил стоявшие на светофоре легковые автомобили, был угнан, передает ТАСС. Водителя выкинул из кабины 32-летний мужчина, который переехал в Германию из Сирии в качестве беженца в 2015 году. Несмотря на сообщения прессы о том, что власти расценивают произошедшее как теракт, официальные лица эту информацию подтверждать не спешат. Идет расследование. Я к настоящему времени не могу сказать, как квалифицировать это преступление, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зейхофер. Отмечается, что в результате аварии, которую устроил беженец, пострадали 17 человек. По данным СМИ, двое из них находятся в больнице, причем один в критическом состоянии. Официальные власти заявляют о 9 потерпевших, один из которых – сам водитель. Внимание на экран! По данным газеты Bild, подозреваемый уже несколько раз пытался угнать грузовик. Издание ZTV вовсе сообщало о террористическом прошлом мигранта, нашедшего приют в Германии. Со слов очевидцев, он выкрикивал религиозные лозунги. Новый теракт в Германии привел пользователей сети в ужас. Кто-то поразился будничности произошедшего, другие обратили внимание на попытки немецких властей замять дело и не придавать его широкой огласке. Внимание на экран. Некоторые провели параллель с трагедией, произошедшей в 2016 году в Берлине. Тогда преступник направил грузовик на посетителей рождественской ярмарки. В результате ЧП погибли 12 человек, еще 48 получили ранения. Власти Германии сделали ряд шагов, чтобы впредь избежать подобных ЧП. Во многих местах появились массивные бетонные блоки, которые в народе прозвали Меркель-Лего. Критики обратили внимание на то, что это борьба со следствием, а не с причинами роста террористической угрозы в Германии. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Бросивший вызов Путину Лукашенко заговорил о войне. Раскрыт секрет эффективного похудения. Названа истинная причина смерти Дмитрия Марьянова. Заявление о принадлежности Крыма в ОБСЕ вывело из себя украинского посла. Ничего не может. На немощном Зеленском поставили крест. И многое другое.